Привет, народ, меня зовут Blacks Infinity, и это новая серия Агентов Щит. Погнали! Ну, сейчас он, короче, улетит. Такая херня. Предсказуемая. Что? Для вас это бог. This is that kind of planet. One god controlling everything, benevolent, right? To make you feel all warm inside when times get tough. Так. Так. I've seen gods up close. Я видел богов. Жесть. Мудак. When you've got ambition. My grandfather. О, это мистер Китсон. Это Трамп? Очередная версия Трампа? Жесть. Ахуй. Лишь бы Трампа обосрать, сраные леваки заебали. Просто заебали. А как же вибраниум? А как же вибраниум? Прикиньте, он бы сказал из адамантия. Я бы такой, оу, оу, полегче. Телевидение полегче. А это кто такая? Фем? Фемка? Кто это? Что еще за баба пришла? Просто баба. Сейчас будет клише-сцена, где он его вырубит. Это агент Кан. Мы будем нужны медицинскую команду. Этот парень не дышит. Опа! Нет, что-то интереснее, смотрите-ка. Какой-то дым. Так. Все, пизда. Когда взял кальян на 7. Ух. Ебать, дракон. Хуяни... А, они не ожидали, что этот дебил... Что этот дебил будет вырублен Дейзи. Они потому что не знали, что она тут. Ох! Они думали, ща нормально, а тут прискакала эта нелюдь сраная. Хуя совпадение. Так, ну мне вот сейчас интересно, их сюжет, но с помощью сценария очень легко возвращают на Землю, введя нового персонажа. А. Ага. Ага. Но все равно, кто это? Как она связана с общим сюжетом? Мне нужно будет это объяснение. Мне нужно будет вот это объяснение. Ой! Ой-ой-ой! Проёб. Что-то проёб. Блин, ну если вы знали, что они сближаются друг к другу, то это значит, какая-то недобрая хуйня была. Опа! Все, пиздец. Блин, вот это интересно. Вот финал серии крутой, мне нравится. Такая хуйня майндгейма чисто от Серджа. Пиздец, разъеб. Но вот эта хуйня, кстати, реально страшная. Прикиньте, просто материя, которая вот такой вот... Вот такой вот хуету делает. И сейчас лидером станет Колсон. Гений. Когда ебешь. Земля спасена. Не, нихуя. Не, нихуя. You humans have a saying: goodbyes suck. I thought I'd spare you.
Норм перевод. Жаня, прощение — ужасная вещь. Goodbye suck. Спасибо. Прощение сосуд. Пока, мужик. Тупо гения потеряли. Тупо гений был. Ну что ж, я посмотрел новую серию Агентов Щит. Что можно сказать первоначально по вообще содержанию серии? В принципе, начало не особо интересное было, такое даже скучнёвое. Скучнёвое начало, но пережив его, мы потом получили нормальную такую взбучку в сюжетной линии Земли, когда там на самолете вот это происходит. Но, правда, она завязка была по содержанию туповата, потому что они знали, что если их двоих вместе поместить в камеру, то есть они, ну, то есть они не знали это, они знали, что они друг к другу сближаются. Логично, что какая-то хуйня должна была произойти, и она, типа, происходит. Но выбрались из этой ситуации, выпутались. Это как-то так обставили, типа, что, нормально, нормально. Просто прокол такой небольшой был, бывает. В итоге Колсон, как обещал, стал главным теперь. Интересно, теперь вот эти вот ребята будут сотрудничать, видимо, друг с другом. Вот. Изначально серия так строится, что нас подготавливают к тому, что Колсон станет главным. Но он становится главным не особо с такой какой-то жесткой многоходовочки. Там довольно просто все происходит. Вот, довольно простецкая такая херня, херовина. Ветка в космосе, Фитцсиммонс. Только тоже конец. Ну, конец слабоватее, чем у земной ветки, конечно, был. Но тоже развлек. Появилась какая-то баба с красными волосами. Походу, это она главная злодейка, о которой говорит Серж. Раз она отправляется к Земле, она говорит, что нужно забрать кое-какие артефакты. Видимо, она говорит про эти обелиски, или как их звали, короче. Ну, вот эти вот штуки. Типа пространство, времени и материи, что ли, третий. Вот, короче, жизнь и смерть. Что-то такое, типа, было. Вот, видимо, она за ними летит. И, видимо, она как-то создана с этот, со шрайками, типа, завязана. В общем, непонятно пока. Но точно она как-то связана, наверное, будет с Серджем и со всеми этими дебилами. Вопрос в том, кто действительно настоящий злодей, Серж или она, потому что мне такое чувство, что нас наебывают, и на самом деле Колсон все-таки зло пиздец, то есть Колсон с другой земли. Но это нужно будет посмотреть, конечно, это нужно будет посмотреть. В общем, что еще было в серии? Ну, особо ничего не было, но хорошая серия, лучше предыдущей, конечно. Понравилась, хорошенькая серия такая, на 8 из 10, наверное, крепкая, хорошая. Интересно было смотреть. Конечно, были ненужные там детали, там любовные линии какие-то были, там что-то возникал этот Дик, что его не взяли, такие сцены, ну, такие ни о чем вообще, которые, в принципе, ничего не раскрывают, но есть. Вот. Ну, а в целом, в принципе, было неплохо. То есть, неплохо и сюжетно продвинулись хорошо, и вот какие-то такие намеки подкинули на будущие серии. Правда, уже будущая серия есть, но я ее посмотрю попозже. Ладно, все. Тогда на этом все. Заканчиваем. С вами был я, Blacks Infinity. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, что вы думаете по этому поводу. Всем удачи, всем пока, берегите себя.